Так, ну немножко наловили тут. Вот. Дождь идет, все мокрое. Сильно не поснимаешь, короче. Завтра разгребусь. Что к чему и почему. Ну вот, мужики, я и дома. Был на рыбалочке, наловил классно, перецепил, прицеп уже за тракторок от машины, отстегнул, перекатил, зацепил, сейчас оттащу до мастерской, улов, и буду разгружать. Так, ну подъехал к мастерской, вот так вот его задом затолкал, все очень удобно, сейчас борт открою, занесу все в мастерскую. Ну, как могли заметить, да, прицеп у меня тоже самодельный полностью. Ну, за исключением, там, не знаю, рессор, ступец и болтов. Вот, сварен из добротного металла. Возит, я не знаю, по 1,5 тонны. Как-то так. Тент на заказ. Ну, в общем, обзора у меня все равно нет на него, что там рассказывать. Все, разоружаюсь. Итак, мужики, прицепчик разгружен. И что мне удалось, как говорится, урвать, наловить на металлоприемке. Металлоприемка, не разборка. Вот. За это все отдал совсем небольшую сумму. Озвучивать не буду, иначе кого-то может жаба задушить. Итак, ну, начнем, наверное, с простого, да? Проставочные шайбы. Вот они. Их здесь должно быть 11 штук. Так, 4 поворотных кулака. Вот этих с переднеприводного авто. 3 даже попались с барабанами. Вот один без барабана. И 3 привода. 2 нижних рычага. Что немало, как говорится, важно. Это на передние ведущие, как говорится, мосты. Так, коробка. Коробка АК. Коробка АКовская. В общем, возможно, куда-то пойдет. Цена вообще смешная. 4 моста. 4 моста. Значит, выбирал, помните, да, как я показывал, как определять мосты. Ну, некоторые были раскручены, было очень удобно, да, но некоторые были закручены. То есть, вот она меточка, кто не видел, ссылочка вот здесь вот, как определить передаточную главную пару, не разбирая моста. Кто-то там мне предлагал заглянуть через задницу вот туда. Особенно, когда мост стоит на машине, очень удобно через сливную пробку прочитать цифры. Особенно, когда глазиком поближе туда подносишь, когда масло начинает капать. Вот, способ идеальный, через сливную определять. Вот, определяйте, мужики, сами. У меня способ, спасибо Сергею, намного проще и легче. Кстати, редуктор двоечный, ВАЗ-2102, остальные 3 моста ВАЗ-2101, то есть тяговитые редуктора, брал именно такие. Чулки 2 обычных, 2 раритет Fiat. Что такое Fiat, что за марка, я думаю, рассказывать не надо. Как определить и различить чулки Fiat от обычных, я думаю, тоже вам рассказывать не нужно. Вот эти 2 чулка раритетных я, возможно, оставлю, потому что, ну, это такие вещи, особенно когда их вот щупаешь руками, это, знаете, как приятно, это капец, как приятно прикоснуться к истории. Так, ладно, снимаю все с первого дубля. И еще вот такой вот механизмик раздобыл. Не знаю откуда. Но сказали, на ИФе
стоял, да, Ифа. Марка Ифа. Вот, пойдет он, мужики, на малыша. На сидушечку, качалочка. Вот, как-то так. На этом, пожалуй, все. Остальной разбор полетов уже будет по, как говорится, мере вот этого всего сбора. Ну и напишите в комментариях, как отличить чулок обычный от чулка Fiat. Мало ли, кто-то не знает, но в комментарии прочитает. А я не сказал. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Ну вот и свет пригождается. Несется помощник. Мама не горюй, как говорится.